Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Знаменитый российский артист балета Николай Цискоридзе сообщил поклонникам о смерти известной французской балерины, актрисы и певицы Рене Жанмер. Более известная как Зизи, танцовщица скончалась на 96-м году жизни. Об этом танцор рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня утром из Швейцарии пришла очень грустная весть. На 96 году жизни ушла гениальная Рене Жанмер. Уникальная балерина, танцовщица, певица, киноактриса, настоящая дива французского кабаре. Женщина – символ высокого стиля и шика, написал Цискоридзе. Он рассказал, что псевдоним Зизи придумала себе в детском возрасте. Кроме того, танцор отметил, что именно эта балерина ввела моду на короткие стрижки под мальчика. «Мне повезло очень много общаться с великой Зизи, дамой уникального образования и юмора. Особенно нежно она опекала меня во время травмы, когда я лежал в больнице и находился на реабилитации», – вспоминает Цискоридзе. Он отметил, что часто разговаривал с Жанмер по телефону. Тем не менее, из-за плотного графика знаменитости редко виделись. Ранее сообщалось, что скончался прославленный советский и российский артист балета и актер Большого театра, народный артист СССР Николай Фадеичев. Артист умер 23 июня на 88-м году жизни.